Доброго всем. Ну что же, вот и наши улицы, улицы нашего города дождались капремонта дорог, который город не видел десятки лет. Надеюсь, этим ремонтом, ремонтом центрального проспекта Горовки, дорожные службы не ограничатся. За последние долгие годы дороги Горовки превратились в сплошную даже не яму, а траншею. А если еще быть точнее, то окоп. Пока на сегодняшний день это единственная проезжая часть, по которой можно нормально ехать. И сейчас есть еще одна к вам небольшая просьба. Вы знаете, что только один раз я вас просил помочь нашему работнику, пострадавшему от обстрела. Но вот пришло время еще раз обратиться к вам, дорогие мои подписчики. У меня в прямом смысле сдыхает мой съемочный аппарат. Наверное, его время уже пришло. Поэтому, кому не жаль пару сотен рублей, киньте в помощь на обновление аппаратуры. Все реквизиты в описании под видео. Заранее всех благодарю. А сейчас очередной интересный момент от наших клиентов. Это головка двигателя автомобиля Skoda 1.3. Клиент привез, оставил ее в полный ремонт. И из-за нехватки времени мы ограничились лишь фиксацией данных клиента, а поэтому подробно не вникали в проблемы агрегата. Автовладелец лишь обратил внимание на проблему свечной резьбы. И был таков. Когда дело дошло до работы, мы слегка удивились, что это перед нами. Посмотрим свечные колодцы ГБЦ. Здесь мы видим свечу. В этом цилиндре также стоит свеча, а вот в этом цилиндре не пойми что. Перевернем головку, посмотрим с привалочной стороны. Здесь свеча, здесь тоже свеча. А что же здесь? Заглушка? Или как это еще понять? Здесь есть какие-то насечки, то ли кернили это место, то ли еще что-то. Будем разбираться, ну и конечно же позже мы узнали всю трагедию момента. Высверливать не пойми что отдали Виталию, расточнику координатно-расточного станка. Чем, собственно, он и занялся. После пробных сверлений появились вот такие вот лепестки. Это стало наводить на мысль, что это экстрактор или, скорее всего, мечик. Она ломается, сухой металл вообще. Раз, два, три, какие-то пазы, четыре, пять, шесть. А вон уже видно, вон я вижу, да. Вон, видишь, можно зацепить его как-то. Добавим еще. Чуть-чуть, да, мне просто подсело. Сделав предварительный запил и поняв приблизительно, с чем мы имеем дело, Виталий заряжает сверло, ну и уже сверлом пытается преодолеть препятствие. Благодаря сверлу в какой-то момент это что-то, что там застряло, выкрутилось по резьбе. Посмотрим на то, что осталось от самой свечной резьбы. Надо оставить мертвых. Я вижу. Ну, миллиметра 3-4, наверное. Витка там 5-6, может быть. Виталий откручивает, высвобождает головку, и сейчас мы увидим, что же там застряло у клиента. Ну да, вот видишь. Ага. Это, наверное, может... Это резьбу типа мечика все-таки. Может, и мечик какой-то. Наверное, мечик какой-то китайский. И действительно, как выяснилось позднее, этот владелец водитель такси, он высадил двух дам и стал их дожидаться, когда они сделают свои дела. Естественно, он заглушил мотор. Когда же дамы вернулись, при запуске авто под капотом раздался выстрел, как будто настоящих выстрелов нам не хватает. Оказалось, это выстрелила свеча. Но недолго думая, владелец и его приятель решили прямо на двигателе поставить гужон. Купили на рынке набор, состоящий из гужонов и мечика, ну и приступили к работе. Правда, к мечику решили для удобства приварить накидную головку. Вот она в процессе накручивания резьбы и сломалась. Больше ничего им не удалось сделать,
И последствия вы уже видели сами. Теперь же нам в это место следует поставить или гужон, или резьбовую вставку, на которой, собственно, мы и остановились. Для этого у нас есть специальный метчик. Он идет по старой резьбе и затем накручивает новую подпружинку, резьбовую вставку. Лучше центрируется по ней, по этому диаметру и пошел. Нарезается то самое, да. Да. Здесь они не сильно только испаганы, насколько они зашли эти мячики. Мне кажется, должно быть все нормально. Посмотрим, что там. Вот как-то вышло. Вылезли. Как-то вы куда-то вылезли. Ну, вытягивайте. Или еще не доехали. Далее дело за малым. Мастер Дмитрий очищает все поверхности и закручивает на свое место резьбовую вставку. Находит, да? О, вот это, я думаю, как раз обломится, хорошо будет. Ломить. Вот и все. Обязательно проверить на усилие закручивания свечи в новую резьбу. Ну и, естественно, сравнить ее со стандартно закрученной рядом стоящей. Все отлично. Усилием. И вот она торчит. Как и должна. Вот они, две родные. Всего лишь $1000. Да. Вот это, смотрите, вот мастер, он взял $1000, представляете? А на этом у меня все. Оставляйте комментарии, помогите на приобретение видеоаппаратуры и безаварийных вам поездок.